Привет, ребятушки, это наш новый вложик. Необычно начинается, потому что я держу камеру. И этот день настал. Сегодня мы со Снежкой едем за геликом. Да, ребята, мы его не продали, ничего. Причем он не поломался. Очень долго делали крышу и салон, и какие-то там мелочи. И практически сделали, я попросил еще подключить, в общем-то, освещение в машине. Там внутри, чтобы светило все. Спалили плафон. А плафон отвечает за то, чтобы открывать, короче, люк. Но это за их счет все поремонтируется, сделается. Но а так все четко. И мы сейчас, в общем-то, поедем за геликом. Посмотрим, покажем вам, что у нас получилось. А потом еще поедем за Снежкиным мотошпулером. Вы думаете, что это? За самогон продал свой гелик. Вот, короче, ребята, смотрите, насыпайте себе покушать, там, чаечек, зовите всех своих мам, бабушек, пап, братьев, сестер, короче, всех своих родных, потому что мы начинаем новый вложик. Здравствуйте. Жду я бабулечка свою маршруточку. Вы заказали себе машинку, уже приехала. Хотели с антисептиком заказать, но он отказался. Отказался, ехал, сказал, передумал, забыл, что у меня антисептика нема. Смотрите, как Андрей сидит. Да. Це людина, котрий їде за геліком. Ні, Снежка мені ото золото всякого накупила, оце мене. Оце купила мені, ото, щоб оце, отак їхати на геліку, отак треба їхати. Котик. А це йди сюди, навіть. Ти больной? Як многі думають, як люди на геліки їздять. Отак от. А ми їздимо в шапці медведя. Да, ми взагалі безпонтово, блядь. Могу, блядь, в спортивках поехать. Хотя я могу в костюме, да, вот погнали. А все же думают, как ездят. Да не кривляйся. Ах, на самом деле ездят. Яка удобна маршрутка. Понятно. Який хороший вид, як в тролейбусі. Панорамные окна. Реально от маршрутки ничем не отличаются. Хоть когда мы будем дом строить? Да ебать, урод, я здесь живу, нахуй, и лишь бы жив остался, ёпта. Котик, за нами Пирджили должно приехать? Пирджили? Да, сейчас я сделаю такой Пирджили, блин, что нас не заберут. То ли срать хочется, то ли рогать, непонятно. Это очень плохо, Котик. Изжога меня мучает. Главное, чтобы тебя в машине не проперло, пускай таксист. А я там сделаю антисептик. Ты же вас тут сделал это, обеззараживание. Это понятно. За нами едет Микола. Котик, не хочешь волосы покрасить? Коля за нами едет, Басков. Коля Басков? Коля Басков. Коля Сентябрь. Золотые джили, золотые. Коль, давай покрасим тебе волосы. В смысле? Ну, красиво сделаем. Белый. Как Дима, твой брат. А если не понравится? Если не понравится, на лысо. Ты сейчас серьезно ли ты шутишь? Ты сейчас серьезно ли ты шутишь? Тебя микрофон не смотрит. На тебя смотрит. Ты сейчас шутишь? Нет, я шучу. А. Ты что? Люди скажут, знаешь, бля, в депутаты иду. Блондином пришел. Натуральный блондин. На весь округ такой один. На весь округ такой один. Понятно. Про депутата он поет и головой своей трясет. А на выборы придешь одет как Киркоров. Да, представляешь, как блин? И блондин. Такой вот светящийся. Такой колонн у меня такая. Встречайте, Андрей член. Я его смотрю. Классно загорает. А еще мы посмотрели, что у Андрея этот, больше половины подписчиков это девочки. Да, моя сексуальная аудитория, бля, 60%. И хрен поймешь, что, бля, знаете, и рекламировать-то нечего, понимаете? Я то пацан, а аудитория больше девочек. То есть вроде бы и там какие-то мужские товары не прорекламируешь. Ну, косметику потому что... надо. Да, представляешь, косметику буду рекламировать. Девулочки. Вообще, посмотрите, патчи. По промокоду чем-то.
вы получите третий на свою губу в подарок. А помнишь этот комментарий, который в прошлом видео мы читали про девочку, которой фен сломался, и муж сказал, что не купит? Давай сейчас попросим ее мужа, чтобы купила новый фен. Ага, конечно, купит. Он скажет, блин, он канал удалит и заблокирует этот YouTube, и скажет, пошел ты вон, уже вообще от YouTube мозги поплавили, скажет. В общем, уважаемый, как тебя там зовут, муж этой девочки, купите, пожалуйста, нормальный фен своей жене. Девочка, хотите, чтобы вам косметику рекламировал? Котик, ты готов увидеть Гелендваген? Найди, бери ключи. И сейчас посмотрим. Грязный, конечно, помыть его. В ремонте долго стоял. А тут вообще грязный тоже такой. Ого! Да. По-другому машина смотрится. Да, когда в черном цвете, да. Да. Помыть, конечно, надо ее. Ну, а так кресла такие красивые сделали. А все как люк. И люк тоже? Да, он, видишь, какой прозрачный стал. Ну, типа, можно теперь так вот штучку чпок открывать, закрывать. Угу. А давай сзади посмотрим еще. Ну, черный цвет такой прям. Да, черный салон. Надо красиво помыть, бы только коврики протереть, и так, да. Угу. Такой перфорированный. Мягенький. Подголовников еще нет, мы потом поставим. Да, а вообще подголовники, вот красиво которые были пошили. Родные. Красиво пошили. Нравится? Да, очень красиво. Перфорацией. Пердеть можно? А, там просто мастера говорят, что тут пердеть даже можно. И не пройдет. И задняя карта, видишь, нет. Задняя тоже сделали, да? Да, чтобы карта тоже вот в черном цвете такая тоже. Ага, красиво, да. Красиво. Везли поремонтировать там, где гелики ремонтируют, такие пианинку патриотические. Тут можно же побрынкать. Наверное, интересно, не работает? Нет. Что? Сейчас я хочу. О, работает, ничего себе. Класс! Надо одну домой такую взять. А вот сделали сидушки, откидываются, смотрите как. Может тут грузовую машину даже сделать. Классно очень. То есть если вдруг что-то надо погрузить сюда, то тут откидываются вот так кресла. И кресла новые здесь стоят. И обшивочка новая, все новенькое. Тут у нас раньше было цвет дерева, все, смотрите, как красиво покрасили в черный цвет. А что тут не работает? Вот тут тоже в черный цвет покрасили. И тут тоже черный цвет сделали, был коричневый вообще. Красиво глянец такой. Баллончик тут? Думали, что сейчас заберем машину и поедем. Ну, как говорится, это же гелик, да? И тут так просто не уедешь. Бибикалка сломалась. И сейчас будем чинить ее. Поехали. Да, ну как всегда. Мы сейчас вернемся еще. У меня клаксон не работает. Фафакалка называется. Да. Бибикалка. И вроде просто провод где-то, проблема с проводом. Мы сейчас заедем за лампочками на задние сигналы, чтобы они красные были. Потому что раньше у меня были другие плафоны, они были покрашены в красный цвет, стоп-сигналы. А сейчас же черные стали. И нужно теперь именно красная лампочка. Если раньше подходила белая лампочка и закрашенный плафон ее красил в красную, то сейчас такое не подходит. То есть у меня сейчас тормоза горят белым цветом. То есть нужны другие лампочки. Только одна сторона белым цветом горит. Две. Две уже? В смысле, одна и та, и тормоз с двух сторон. Ну так один тормоз я видела красным горит, а другой белым. Нет. Вот и сейчас, в общем-то, тут есть рядом рынок. Мы на него заедем, возьмем лампочки. Желательно, конечно, заехать, потому что перекусить будет. Нормально мы, ребятушки, едем. Едем где-то 50 км в час, а показывает 0 на датчике. Вообще отлично едем. 0 км в час. Короче, это суровый мужчина. Мы забрали, блин, пока ее, видите, перешили. Внутри стало красиво. Спидометр не работает. Да нахрен он здесь нужен? Это гелик, блин. Нахрен тут скорость знать? Главное, тахометр. Видно, обороты мощные такой. Вот, бля, чувствуете, едет, все, тахометр работает, работает, спидометр, это вообще, блин, я машину должен чувствовать, я должен душой, 50 еду, 50-60 километров, чувствую просто, это спидометр вообще, да. Клаксон, бибикалка, нету бибикалки, вот это задирать, понял, открываешь окно вот так вот, говоришь, слышишь ты, бля, и закрыл окно, все, лучше, чем любой клаксон.
Это вот вообще для понты для приезжих придумали. Это можешь сам вот так просто делать. Можно так вот, барабанчик стукать можно, блин. Аккуратненько. Менты подрезают. Хоть аккуратно. Менты подрезают. Гелику видели, перебоялись. Правильно, пацаны. Либо не надо. Хороший машина, хороший. Мне нравится, бля. Клаксон вообще какой тихий. Он пикает, мы просто не слышим. Вот такая звукоизоляция здесь. Вообще песня. А как у меня свет? Видите, вообще крыша у меня, Вася? Панорамные стекла, как дома, это, Вася. Хай-тек! Гелик хай-тек, Вася. Да, да, да. Да, хай-тек. Можно вот так вот делать, вот так вот, да. Да, бля. Оп, темно стало в квартире, бля. Приветим проветривание, видите, стоит. Оп, бля, светло, гелик хай-тек. Так лучше качество, да? Конечно, потому что я знал, когда делали мне эту крышу, блин. Вы специально для влогов это сделали, чтобы свет качество, был. Скажите лучше, скажите. Вы смотришь, такое небо, Вася, эй, красиво это все. Гелик хай-тек, Вася. Да, это мелочи, АБС не работает, нахрен надо. Лучше будем дрифтовать зимой, блин, это вот торможение, нажал, шлифуешь, Вася, песочек, снежочек, эти все моменты. Скорый пропусти, помигаем скорый, давай, проезжай скорый. Да проезжай, мигаю тебе, гелик пропускает. Вот, так что это АБС мигает, это херня все, это все детский сад этот АБС, блин, это придумали этот АБС, блин. Я что, тормозить сам не умею или что? В общем, фафакалку сегодня не будем делать. Фафакалку не будем, мы поставили сзади эти, ледовские, там у нас, бля. Вася на капусту и, нарубил, кстати, блин. Хорошо, что мы на месте в магазине поставили лампочки. Я говорю, Андрей, давай, говорю, сейчас поставим. Есть отвертка? Она говорит, ну да, давай поставим. Одну ставит нормально, вторая бракована. А вторая выделывается, да. А вторая, ну там другую. Все, четенько, теперь у меня красный цвет. Поэтому, если вы покупаете стопы, то... Если вы покупаете гелик, то, блин, вы должны понимать, что вы просто будете лохом. Не будьте лохом, просто заготовьте бабки. Если вы покупаете стопы, например, просите, чтобы либо вам поменяли, либо вы сами раскрутите там отверткой два болта. Да, главное, пальцы не засовывайте. Да. И поменяйте лампочки, потому что приедете, у вас бракованные. Потому что нам с Китая тоже бракованные пришли. Да, вы, вообще, китайцы. Вы с Китая заказали бракованные, да, пришли. Да, он тоже с Китая заказывает. И в магазине тоже купили. У него тоже с Китая, просто были. Тут можно выбрать хотя бы. Ну-да. Вот. Ну все, теперь у нас это лампочки светятся, единственное, только фафа, блин, это фафа не работает, спидометр не работает. Но говорят, что может быть это спидометр и фафа, они где-то, Вася, в одной тусовке тусуются. Когда в четверг придешь, мы это фафа. У Снежки сидушка вообще нахрен не поднимается, не опускается. Кнопочки не работают. Сказали, кнопочки нормально, в гелике кнопочки не работают, да. Зато у нас, Вася, люк появился, новый красивый салон, черный, сексуальный. Посмотрите, какой тут передеть можно и незаметно будет. А жопка как, а где-то Снежка тут что-то давила такое, о. Тормози. Вот тут кнопочка такая есть, смотрите. Вот там вот. Оп! И можно надувать себя. А, его спустил, либо... Это не надувать, это подпирать спинку, типа, красиво. Ну это да. Не надув. И все, типа, ты сидишь такой, о, хорошо. Мы еще, короче, потом, знаете, что поставим? Чтобы было проветривание жопки, подогрев жопки. Скали тоже поставят. Ну, для начала нужно фафакалку сделать. Боже, я думал, ты я так завелся. Он, чувак, вообще дверь не закрывается, бля. Нормально, пацаны, едут, дверь вообще, не закрывается. Нахрен эта дверь, сквознячок, сквознячок. Вот это черный ящик. Как думаете, что здесь? Это будет большая распаковка на новой почте. Мега распаковка. Мы будем дома как бы тестировать. Ну, сейчас покажу, чтобы ничего там не сломано было, потому что это электро. Коробка как будто стиральную машину запаковали. Огромную. Напишите сами в комментариях, как эта штука правильно называется. Потому что это то ли самокат, то ли не самокат. Электровелик, но не велик. Электробайк. Ну, электробайк? Да. А, маленький. Да. Это его фирменная коробка китайская, смотри. Ну да. Да. Реально. Так и есть. Чуть-чуть побила жизнь ее, ну ничего. Думаю, надеюсь, там все целое. Электроскутер. Написано. Вот тебе и ответ. Это электроскутер, котик. Я бы сказал, что это самокат. Скутер, в моем понимании, выглядит 12 килограмм скутер. Шестигранник есть. Единственное, что надо купить переходник с китайской. А, это с китайской, а почему? Ну, китайская розетка, стандартная, в Китае такие все розетки. Вот он. Ну, вроде бы так он запакован из пенопластика. Да. Не, просто на коробке нет же этих самых поломок. Вмятин, ударов, да. То есть... Ну что, дома-то будем это, да? Да, дома распакуем. Я не думал, что его нам прислали нерабочий. Согласны? Надеюсь, не хочется его раскрывать сейчас. Дома распакуем тогда. Посылки с почты забрали, теперь едем в Ашан. Нужно купить чебупели. Это те пельмени, которые с лососем, помните? В прошлых видео. Вот это они... не чебупели, которые в России, это мы так называем чебупели. А они там какой-то другой фирмы там это. Ну да, но они очень вкусные. Андрей покупает с мясом, ему тоже нравится. Вот с лососем вкусные и с мясом. А есть этой фирмы с овощами, вообще говно какое-то.
с овощами и рыбой. Вот. А я тебе говорил, ну что да. Так оно и будет. Ну ничего, мы один раз попробовали. Приехали домой, приготовила на ужин вот такие тарталетки. Там сыр Филадельфия, огурчик, помидорчик и рыбка свежая. Еще будем кушать чебупели. Сегодня сварила их. Вот, и маслом заправила. А на завтра я замариновала рыбку. И завтра поджарим на гриле. Все, мы, короче, дома. И сейчас будет мега распаковка. Еще раз, это электроспуллер. Электроспуллер Remax QCH Electro DBL. Черный. Китайцы сделали. Ага. Китайцы это голова. Они даже iPhone делают. Угу. Чтобы вы понимали. Конечно же, к электрошпулеру есть наклейка MTV. Такой Бэтмен, Вася. Можешь наклеить себе тут этот Бэтмен Баба. Ага. Короче, какие-то наклеечки, можно еще сам взять и его еще обклеить. Тебе дают, в общем-то, этот полет мыслей. Книжечка китайская. О, Вася, с ключами будешь даже. А, ничего себе. То есть даже если так остало, пристегнула, его никто не увезет. Не, это ключи, чтобы заводить его, мне кажется. Ну да, чтобы типа если что, такая чпулер свой, чпок. Инструкция на китайском. Реально на китайском, мне просто интересно. Она сегодня локация в дверях. Какие цицы? Я смотрю. Уан чун гоу стюн стюн чбон ва. Уан чун. Не, на самом деле тут есть слово английский. Сейчас. Да, вот английский язык, если что есть. Кот, ты ж помнишь, ты же говоришь, что тебе инструкция не нужна. Мне инструкция не нужна. Ты же у меня умный котик. Я и так понимаю. Единственное, что нужно, это переходник от китайской зарядки. У нас есть? Откуда? Не знаю, как это. Вам посмотри. А мы не купили, да? Хотя были в Ашане. Ну, что-то придумаем. С этого достанем. С чего-то. Так. А, тут блочок тоже. А, для мотошпулера переходники. А, это тут так... Они дали, да? Нет, это тут такой же вход, как и в этом. Велики? Ага, похоже очень. На электровелики? Да, надо посмотреть просто. Такой же или не такой же. Может даже от велика подойдет на самом-то деле. Надо посмотреть только мощности передает. Ну, такие же или нет. Угу. Итак, ключи отлавливаем. Хоть знаешь, что футболка не очень чистая. Это она уже не черная. Нормально. Так. Ave Maria. И коробку сразу убирать. Мотошпулер, мотошпулер. Что за тачка? Это Андрей будет кататься. Ёшки, Андрей на ножке будет ездить. Черный стиль у Вася. Ой, настроения... красивый такой. Цвет настроения черный. Одна не с камеру переводим. Ого, котик. Ну красивый, красивый, конечно. Ну как? На трех колесах, представляете, чтобы я не упала. Вот это да. Такие. Так он легенький такой, наверное. Ну будет. Как сказать легенький? Ну. Но с собой можно его забирать. Так. Я заберусь. О. Вау! Ничего. И вот такая идешь такая. Не, в другую сторону чуть-чуть ручку. И такой, и пошел, как в рекламе, котик. А я и такая вся. Дольче Габбана. Так, дальше. И потом встали на него сверху, там сделали. Так, дальше. Опа. Вау. Опа. Ничего себе. Поставь опа. Боком его. Боком, боком. Опа. Котик, по-моему, он тебе не по росту. Опа. Вау. Поехал? Так, котик, он маленький для тебя. Уехал я на веснице. Ну, для тебя маленький, если честно. Там очень смешно. Едь сюда. Едь сюда, котик. Голосуй ты за Чинда. Депутат Верховної Ради 25-го скликання. В общем, вот такой у нас драндулетик. Тут подвесочка, типа. Ну, попробуй. Да, сейчас в трусах буду, котик, выходить и кататься на велике. Тебе нравится камерой. Вообще? Да, прикольный очень, такой маленький. Мне нравится.
Это я буду на ногах ездить и с собой буду его забирать. А ты думаешь, он не достается? Ну, по высоте. Мне кажется, достается. Не, не надо ничего доставать, она и так нормально. Мне хватит. Не надо, бы ты сейчас разберешь его. А что так он будет цариться? Все четенько, котик. Я что тут царь? В общем, вот такой у меня будет транспорт. Вы скажете, зачем вы такой маленький купили? Могли бы купить мопед. Так у нас мопед негде ставить просто. На парковке все занято. Места нету. Пришлось. Хотел Андрюшка мне самокат купить. А на самокате сидухи нету. Не прикольно. А тут на трех колесах села и поехала. Очень удобно. Ну он такой смотрится сначала как дерзкий, но вообще он взрослый. Дерзкий. Дерзкий. Ну, для детей тоже можно, но он электро, если газку поддать, то можно для детей не очень. Садись. Ну, о, котик, аккуратно его сейчас заедет. Ты там подкрути этим шестигранниками его. Шо? Ничего тут еще не надо. Не надо? Нет. Ничего себе, вот эта система, конечно. Все, ребятушки, я поехала.